Здравствуйте! Представляем вашему вниманию видеообзор двигателя автомобиля Hyundai Solaris 2015 года выпуска. Объем двигателя 1.4 G4FA. Пробег автомобиля 227 404. Крышка и масса-заливная горловина чистые. Нагара и эмульсии нет. Первый цилиндр. Одиннадцать с половиной килограмм. Второй цилиндр. 11,5 килограмм. Третий цилиндр. 11,5 килограмм. Четвертый цилиндр. 12 килограмм. Низ мотора чистый и сухой. Видимых дефектов на двигателе нет.